Мой архитектор. Луис Айкан, чьи могучие формы из кирпича и бетона повлияли на поколение архитекторов и сделали его одним из выдающихся творцов в мире архитектуры. Умер в воскресенье вечером, вероятно, от сердечного приступа, на Пенсильванской станции. Ему было 73 года. Кроме жены, у мистера Кана осталась дочь Сью Энн. Когда я впервые прочел статью, я искал свое имя. Я тоже был его ребенком, его единственным сыном. Я не знал своего отца очень хорошо. Он никогда не был женат на моей матери и никогда не жил с нами. Но я продолжаю помнить каждую деталь того времени, когда мы проводили вместе целый день. В этот послеполуденный час у нас был пикник. Он писал акварели, и моя мать сняла эти фотографии. Он умер, когда мне было 11. Обстоятельства его смерти всегда завораживали меня. Он был полным банкротом и одинок, и возвращался домой из Индии. Он упал в туалете на нижнем этаже на Пенсильванской станции в Нью-Йорке. Полиция не могла его опознать, так как по неизвестным причинам он зачеркнул в паспорте свой домашний адрес. Они отвезли его в городской морг, где он пролежал неопознанным в течение 3 дней. О чем он думал в конце? Видел ли он кого-нибудь? Говорил ли он с кем-то? Действительно ли он решил покинуть свою жену и жить с нами, как говорила моя мама? В течение многих лет я не мог смириться с небольшим кусочком папиной жизни, который мне удалось увидеть. Но этого было недостаточно. Мне нужно было узнать его. Мне нужно было узнать, каким он был на самом деле. И я пустился в путешествие, чтобы посетить его постройки и найти то, что он оставил после себя. Это занесло меня на другую сторону мира в поисках человека, который оставил меня с таким количеством вопросов. Истоки. Мой отец умер 25 лет назад, то есть не так много времени осталось, чтобы я мог навестить кого-нибудь из его коллег. Я думал начать сверху, с парня в очках. Мистер Джонсон, здравствуйте. Рад вас видеть. Вы сын Лу? Да. Филипп Джонсон, архитектор. Как быстро сменяется поколение? Я должен сказать, что Лу был самым любимым архитектором в Америке. Действительно? Да, представьте, Фрэнк Ллойд Райт был слишком сдержан, чтобы его любить. С мисс Ван де Роэ невозможно было говорить. Корбюзье был посредственным. Вот Лу, вот тот был настоящим. Все мои здания постройки сводятся к его 3 или 4. И вообще непонятно, как у него появлялись заказчики. Мастера не получают простые заказы. Каждый раз, когда я пытался сделать что-то серьезное, мне становилось стыдно за себя. Я брал свое количеством и публичной известностью. Но Лу завоевывал признание своей работой. Он делал работу и был мастером. Я хотел бы и думаю, что он тоже знает друг друга лучше. Почему? Некоторые вещи не объяснить словами. Животное притяжение к его разуму и личности. Смотреть на него не было большим удовольствием. Не было? И не могло быть.
Он был весь в шрамах. Забавно, но он никогда не говорил со мной так открыто, как следовало бы. Кто? Лу. Но он же здесь никогда не был. Он никогда не приходил сюда? Стеклянный дом? Странно. Ведь я построил его в 49-м. Невозможно. Вы считаете, что ему нравился бы этот дом? Нет. Почему? Ну, понимаете, жесткие коробки. Он был сам себе мастер. Он был свободным, в отличие от меня. Первый раз я почувствовал настоящее наследие Лу, когда я ехал по дороге к Йельскому университету в Нью-Хевене. Здесь он построил свои первые и последние значимые здания. Йельскую галерею искусств в 1953-м и через улицу Британский центр искусств, оконченный после его смерти. Я часто блуждал по этим зданиям по выходным. Здесь было тихо и таинственно, и я ждал, что Лу вот-вот появится из-за угла. В библиотеке были ряды книг о его работах. Он не построил очень много зданий, но очевидно, что они изменили путь архитектуры. Институт Солка, музей искусств Кимбелл, библиотека в Эксетере, Капитолий Бангладеша. Мой преподаватель по истории искусств Винсент Скалли был другом Лу, но он всегда говорил о нем как о давно умершем античном герое, и это настораживало. С самого начала он стремился к симметрии, порядку, геометрической ясности. Примитивная сила, невероятная тяжесть, максимально возможных количествах. Например, посмотрите на этого монстра в центре. Как я уже говорил, он хотел, чтобы постройки были как памятники. Материалы были долговечными и работа вечная в изменчивом мире. Вот к чему он стремился. Ты знаешь, это потрясающе, когда ты можешь быть близок к человеку, который действительно изменил архитектуру. Вы сказали в какой-то момент, что он хотел сделать все правильно. Он хотел сделать именно идеально, совершенно. Знаешь, в еврейском мистицизме я не могу точно судить об этом. Бога можно познать только через его творение. Поскольку Мессия еще не явился, работа любого еврейского архитектора могла бы быть работой Бога. И когда ты фотографируешь Лу, когда он смотрит на свет и наслаждается тишиной, это действительно заставляет твои волосы становиться дыбом. И ты понимаешь, что он является воплощением того, что Бог в работе. Так что это должно быть идеально. Работа не может быть нетерпеливой. Это вечно. Я хочу спросить вас, кто-нибудь знал о том, что у Лу было три семьи одновременно? Нет. Многие годы я не знал, что Лу вообще был женат. Это часть тайны. Мы с матерью жили на окраине Филадельфии, в конце разбитой дороги. Лу бывал здесь время от времени, в основном по ночам. Мы никогда не знали наверняка, когда это случится. Он звонил в последнюю минуту и говорил, что он в пути. Моя мать сразу готовила обед из пяти блюд и мартини в холодном бокале, ждавшем его. Мне разрешалось не ложиться спать допоздна. И Лу рассказывал мне прекрасные истории про Индию, слонов и тигров. В середине ночи мы все садились в машину и возвращались обратно в центр. Я лежал на заднем сидении. Мы все молчали. Когда я спросил у мамы, почему мы не можем жить вместе, она объяснила, что его жена не дала бы ему развода. Почему он просто не ушел? Мы останавливались в конце улицы Клинтон, и он выходил. Он уходил в темноту и исчезал в темном доме. В доме его жены. Ее звали Эстер. У них была дочь Сью, которая была старше меня на 20 лет. Когда я был в первом классе, я обнаружил, что у меня есть еще одна сводная сестра, Алекс. Ее матерью была женщина по имени Энн. Затем были моя мама и я. Лу было 61 год, когда я родился.
Все три семьи жили в нескольких милях друг от друга, но наши пути никогда не пересекались до похорон Лу. Поиски в Филадельфии. Вы помните этого человека? Конечно. Вы возили его в вашем такси? 20 или 30 раз. Он всегда пользовался такси. Он когда-нибудь водил сам? Нет. Он садился всегда впереди. Он был знаменитым архитектором. А вы подвозили его? Да. Он любил женщин. Правда, не молодых, но он любил женщин. Вы помните, как он выглядел? Его лицо было удлиненное, и его волосы были очень тонкими, как у блондина. Вы помните шрамы на его лице? Да, такое ощущение, что он пострадал при пожаре. Вот здесь у вашего отца был офис, где надпись «Билеты наверху». Дом номер 1501. Офис на улице Уолнет под номером 1501 был последним местом, где я видел своего отца. С мамой мы иногда приходили сюда после закрытия офиса по выходным. Лу высовывался из окна, бросал ключи, завернутые в желтую бумагу для черчения, чтобы впустить нас. Когда я учился в старших классах, у меня был учитель по искусствам, который был начальником кафедры искусств, Уильям Грей. И он вел курс по архитектуре единственной, я уверен, по греческой, римской, египетской архитектуре эпохи Возрождения и готики. И с этого момента двое коллег и я сам поняли, что архитектура станет моей жизнью. Каким подвластным случаем является наше существование и каким полным влияние обстоятельств. Мы находимся в Йельском университете в Пенсильвании. А вот один из великих архитекторов мира, профессор Луис Кан, преподает и создает. Это его здание медицинских исследований, Ричардс, названное Музеем современного искусства Нью-Йорка, возможно, самым весомым строением в США в послевоенный период. Оно принципиально, решительно, фундаментально и воодушевляющее. Это здание – самое большое достижение профессора Канна. Люди приходят часто со своими камерами, чтобы снять это творение архитектуры, а мы просто сидим возле окна там наверху и смеемся над ними. Это нехорошее место для работы. Мне неудобно в моей лаборатории. Температура непостоянна. А мне не нравятся птицы, летящие в окна и разбивающиеся насмерть. Это некрасивое здание. Это внешне непривлекательная архитектура. Этому зданию нужно лицо. Может, стоит покрасить башню в цвет, отличный от основного здания, чтобы оно не выглядело как бомбоубежище. Это единственное значительное здание Лу в Филадельфии. И я хотел, чтобы оно мне понравилось, но я вынужден был признать, что я был разочарован. В это время появились статьи в газете «Вестник Филадельфии» по поводу моих поисков. Они цитировали меня, что я хотел обнять здание моего отца, чего я очень стыдился. Благодаря статье многое произошло. Я получил несколько писем, включая одно от родственника Лу, Равина. Он сказал, что он свидетельствовал на похоронах Лу и что у Кана не было сына. Здравствуйте, это Равин Креймер? Это звонит Натаниэль Кан. Бог на небесах, весь мир открылся, мой друг. Что вы имеете в виду? Тряс вестник, чтобы найти этого человека. Я, зачем вы это сделали? Чтобы найти вас, конечно. О, я рад, что вы не нашли меня.
Лу был моим двоюродным братом, и мои родители были его крестными. Я не знал этого. Я знал Лу очень хорошо. Тем не менее, я здесь, и это хорошо. Что вы собираетесь сделать? Это будет по телевидению, и я хотел бы снять вас. Я фотогеничен. Посмотрим, дома ли кто-нибудь. Никаких камер, пожалуйста. Никаких камер. Не поймите это как неуважение. Я знаю, что вы сомневались, и хотел бы вам показать свое свидетельство о рождении. Я хочу увидеть его бриз, свидетельство. Вы знаете, что это такое бриз? Обрезание. Спасибо. Я не хотел оскорбить вас. Все в порядке, я понимаю. Но после всех этих лет и смерти Лу, как неожиданно получилось, Лу Кан вышел на свет. Как неожиданно все эти годы, с 1974-го. Но люди из семьи не знали, что он был известным архитектором. Мы слышали об этом. Но вообще-то мы никогда не знали, когда и где. Понимаете, он путешествовал по миру. Так что дядя Исаак и он были не в лучших отношениях. Он привык посмеиваться над Лу. Ты хочешь весь мир, и что ты этим добьешься? Это означает, что вы не видели никогда денег от него? Если ты работаешь так тяжело, значит, у тебя должно быть много денег. Не задавайте вопросы. Швайк, молчи. Это на самом деле не наше дело. Были у него деньги или нет, я не знаю. Я вырос, ничего не зная о семье Лу и о еврейской половине моей родни. Я так надеялся, что Рави прояснит историю для меня, но я был разочарован. Что-то другое случилось там. Детали относительно отца возвращались ко мне. Его голос, ощущение его шрамов. Это одна из моих любимых историй. Я заставлял ее повторять снова и снова. Ему было 3 года. Они жили в Эстонии. Угли горели в печи. Он был очарован светом. Он вытащил угли наружу и положил свой передник. Он загорелся, и пламя опалило лицо и внешнюю сторону ладони. Его отец думал, что было бы лучше, если бы мальчик умер, но его мать сказала, что это лишь знак, что он станет великим человеком. Следуя на запад. Когда я в первый раз встретил твоего отца, я сидел прямо рядом с ним. Айпэй, архитектор. Я почитал его за лабораторией Ричардса. Замечательная группа сооружений. И он сказал мне, знаешь, поезжай в Шотландию. Шотландские замки вдохновили его. Для Ричардс? Да. Я сказал, эта группа зданий – одна из лучших твоих работ. Он ответил, лучше еще впереди. Это был Солк. Он мне рассказывал о своих отношениях с Солком. У меня лучший заказчик. И я чувствую, что это будет важной работой. И так оно было. И я могу сказать, это шедевр. Он рассказывал вам, как он добивался успеха у клиентов. Я знаю, что вы преуспели в этом. Да, я более терпелив. Я китаец. И если мой клиент просто не согласен со мной, то я с этим смиряюсь. И я возвращаюсь в другой день. Я не думаю, что Лу вернулся бы. Лу просто стоял бы на своем. Но затем, когда он находил заказчика, который его понимал, это был заказчик навсегда.
И я не думаю, что у меня такое случалось. И, возможно, я потерял гораздо меньше клиентов, чем он. Я думаю, что вы были более успешным, вы построили больше. Постройки не означают успеха. 2 или 3 шедевра более значимы, чем 50-60 построек. Важно качество, а не количество. Одним из измерений архитектуры является время. Как вы можете судить работу? Сегодня вы судите об архитектуре по известным современным архитекторам, которых вы знаете как волнующих, замечательных. Что случится с этой работой 20-30 лет спустя? Вот в чем мера. И оно становится таким совершенным, как оно было задумано. Тиковое дерево тускнеет, вероятно, потускнеет и потускнело, но дух проекта остается. И это сооружение, значит, выдержало испытание временем, и в этом нет сомнений. Институт биологических исследований Солка, штат Юта, Калифорния. Здесь что-то духовное в этом пространстве. Первый раз с того времени, как он умер, я почувствовал себя ближе к отцу. Один ученый сказал мне, что здание не только прекрасно, но оно работает. Не похоже на башни Richards Medical, где лаборатории маленькие, эти полностью открыты и развиты на всю глубину здания. И у каждого ученого есть своя мастерская с непосредственным видом на Тихий океан. Лу было 65, когда Солк был завершен. Он говорил, что это первое сооружение, которым он был действительно доволен. Я искал человека, который работал с ним над проектом. Его звали Джек МакАлистер. Джек переехал сюда во время возведения и никогда больше не уезжал. Я был занят в этом проекте, когда мне было 25. Невероятно! У него было огромное доверие к молодым людям. Лу сделал меня главным, дал мне чековую книжку и сказал: «Заведуй финансами». И я отрастил бороду, потому что хотел выглядеть старше. Сколько лет вам было, когда Лу умер? Мне было 11. Вы хорошо его знали? У меня было ощущение его, но виделись мы раз в неделю, и все. Вы путешествовали с ним? Нет. Вот почему я хочу поговорить с вами. Вы проводили много времени с ним. Да, и моя семья, и ваша семья? Он проводил с нами Рождество, он любил его. Я помню, он лежал на кровати, смотрел мультики с детьми, и затем заснул. Мне сказали: «Лу заснул», и я ответил: «Оставьте его в покое, он устал». Лу был очень волевым, и он не хотел, чтобы что-либо в его постройках выглядело так, как будто бы он не предусмотрел. И если что-то происходило, вместо того, чтобы подавлять, он извлекал выгоду. В этом ключе можно думать о многих вещах, не только об архитектуре, о любых неприятностях, сложностях, и вместо того, чтобы прикрыть их, нужно вытащить на поверхность и выразить, и тогда это становится вашим достижением. Возможно, это неудачный пример, но посмотрите сюда. Возможно, это его личное восприятие. Эти шрамы на здании, вызванные способом изготовления, должны быть проявлены.
И он верил в это. Мы должны делать это, проявлять суть процесса. Я думаю, что, может быть, и о себе он думал таким же образом. Вы знаете, вы не можете быть глупым на всю жизнь. Вы должны быть умным тоже. Например, студент говорит мне, «Я не могу решить задачу, она очень сложная». А я говорю, что к экзамену нужно было готовиться заранее. Я всегда говорил, что лучше быть умным, чем красивым. Он был потрясающим человеком, которого мы все поддерживали и прощали за многие вещи из-за того, что он делал. За что, например, вам приходилось его прощать? Однажды, неожиданно, он попросил меня сделать макет проекта, пока он был в отъезде. И я потратил 2 или 3 дня на работу и вернулся домой в полночь. Он вернулся, возможно, из Индии, пришел в офис около 3 часов ночи, позвонил мне домой. «Джек, это Лу, модель, которую ты сделал, кусок дерьма. Бах! Что тут скажешь?» И, возможно, так и было. Он был прав. Да, он был способен на подобное. Он никогда не знал, который час. Вы когда-нибудь выпивали с Лу? О, да. Вам нужно спросить мою первую жену. Of memories still upon. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes. Louise Aikan. Найден мертвым. Здравствуйте, мистер Кэпс. Это звонит Натаниэль Кан. Да, я очень хочу услышать, что вы видели в ту ночь на Пенсильванской станции в Нью-Йорке. Какое невероятное совпадение. Пожалуйста, перезвоните мне и дайте знать, могу ли я встретиться с вами. Или я попытаюсь застать вас позже. Спасибо, до свидания. Найден лежащим вниз лицом в туалете на станции. Была вызвана полиция и скорая, но было поздно. Он был мертв. Тело было перемещено в городской морг. Станция Юнион, Лос-Анджелес. Дэвид? Нет, извините, я не Дэвид. У меня назначено свидание здесь. У меня тоже. Его зовут Ричард Кэпс. Что вы здесь делаете? Вообще-то мне нужен Ричард Кэпс. Мой отец умер 26 лет назад. Он был с моим отцом на Пенсильванской станции. Правда? Да. И не знаю, что там произошло, и Ричард должен мне рассказать. Это здорово. Ну, не знаю. Но это уже что-то. Я надеюсь, что он придет. Это человек, которого вы ждете? Нет, я думаю, это ваш. Вряд ли. Вы Ричард? Здравствуйте, я Натаниэль. Я так и думал. Рад познакомиться. Полицейский был здесь, один здесь, мертвый человек был здесь. И где были вы? Я почти уверен, что был где-то здесь. Когда вы вошли, полицейские уже были там? Нет. Нет. Я увидел лицо этого человека. Он выглядел плохо. Вы не знали, что он умирает? Это было непонятно? Я никогда не видел, как кто-то умирает. Я видел несколько умерших, но они выглядят по-другому. Они выглядят умиротворенными. А он не выглядел? Нет. Вы помните это? Он не выглядел умиротворенным. Почему? Ну, просто не выглядел. Напуганным? От чего он умер? От сердечного приступа.
Это грустная история, что вы не знали своего отца. Моему ребенку 19 лет, и я не видел его с 8 лет. Это другая история, но похожая. Это другая история, но если бы я умер, это была бы похожая. Почему вы не виделись 10 лет? Из-за судебного разбирательства. Вы хотели его оставить? Конечно, мой ребенок, мой сын. То есть я сочувствую не только вам, но и Лу. Почему? Вы были его сыном, чувство к сыну. Я понимаю, что должно быть какой-то общественный предрассудок вас разлучил. Что бы то ни было, это плохо и грустно. Каким подвластным случаю является наше существование и каким полным влияние обстоятельств? Не знаю, смогу ли я когда-нибудь узнать о том, что именно произошло на станции в Нью-Йорке. Годами я думал, может, мой отец на самом деле не умер, может, он где-то там живет, параллельно с жизнью. Я думаю, что это по той причине, что он не оставил какого-либо физического доказательства, что он был в нашем доме. Даже галстук-бабочку, висящий в шкафу. Иммигрант. Я помню руки отца. Иногда это было единственное, что я мог видеть. Когда поздно ночью он сидел на моей кровати, рассказывал истории о своем детстве. Он рассказывал, что родился на острове в Эстонии, на котором был замок в 1901 или 1902 году. Он не был уверен точно. Вся семья Кана отправилась на пароходе в Филадельфии в 1906 году. Он был очень беден, но талантлив в рисовании музыки. Его рисунки выигрывали премии, и он зарабатывал деньги, играя на фортепиано, аккомпанируя немому кино. Он говорил мне, что Филадельфия была городом, где маленький мальчик мог найти то, чем он хотел заниматься до конца своей жизни. Я вернулся обратно в окрестности Северной Филадельфии, чтобы найти места, о которых он всегда говорил. Вся семья размещалась в квартире на верхнем этаже. И когда богатая леди подарила Лу рояль, не оставалось места для его кровати. Так ему пришлось спать на рояле. Семья Лу не могла себе позволить покупать карандаши для рисования, но это не было проблемой, так как всегда можно было использовать угли, сжигая ветки на заднем дворе. Дети дразнили его и называли «лицо со шрамом». Из-за этого он ждал до последнего звонка и только потом шел в школу. Была девушка, которую он любил, по имени Аида, но она любила кого-то другого. О следующей части истории он много не говорил, так что мне пришлось положиться на книги по архитектуре. Он выиграл грант Пенсильванский университет и получил диплом архитектуры в 1924-м. В 1930-м он женился на Эстер Израэли, и их дочь Сью Энн родилась 10 лет спустя. Эстер работала в медицинской лаборатории и поддерживала семью на протяжении 30-40-х годов, в то время как Лу пытался получить заказы и найти свой стиль, который он мог назвать своим. Это была эра новой современной архитектуры, блестящие стальные небоскребы и дома, защищенные стеклянными стенами. Лу старался проектировать в этом направлении, но он никогда не чувствовал, что это был его путь. В 1947-м с помощью Эстер он организовал свое собственное бюро на нескольких мужчин и одной женщины. Ему было почти 50, и он до сих пор не нашел себя. Я хочу показать вам несколько рисунков, которые я сделал, когда был в Риме. Затем, в 1951-м, он был приглашен в качестве архитектора Американской академии в Рим, где он окунулся в античный мир. То, что он увидел, изменило его жизнь. Эти рисунки я сделал в Египте.
Вечность, монументальность. Вот это было важно. Когда Лу вернулся, он наконец знал, что он хочет сделать. Строить современное здание, которое сохраняет ощущение и присутствие древних руин. В это время он увлекся женщиной, работавшей в его офисе, молодым архитектором по имени Энн Тинг. Она мать моей сводной сестры Алекс. Лу не домашний человек, надо признать, и никогда им не был. Он действительно жил в офисе. Там была скамья, на которой он дремал. Он даже свое белье высылал стирать из офиса. Он был действительно... Это я говорю потому, что он зачеркнул свой домашний адрес в паспорте, и когда его искали, они не могли сообщить, что его нашли мертвым. И его нашли мертвым на станции 3-й улицы. На Пенсильванской станции. Моя мама всегда говорила, что он зачеркнул адрес в паспорте, потому что хотел оставить Эстер и жениться на маме. Я не думаю, что он был способен сделать это. Я хочу сказать, я прошу прощения, но не могу представить его совершающим что-то в этом роде. Он всегда говорил, что работа — это самая важная вещь, и что ты не можешь зависеть от человеческих отношений. Работа — единственное, на что ты можешь рассчитывать. Вы влюбились в него сразу? Конечно. Почему? Он обладал огромным обаянием. Я имею в виду харизму. И он был очень доступным и терпеливым к людям. Когда вы забеременели, вы были удивлены? Да, это был физический шок. Но это не изменило планов по поводу того, что он собирается делать. Он просто сказал, мы должны относиться к этому философски. Я хочу сказать, что могу провести остаток своей жизни, настроенной философской, но я должна была сделать что-то. И если он не собирался жениться на мне, значит, пришло время мне идти дальше. Но когда я его оставила, я на самом деле не хотела этого. Глядя на Энн на этой платформе, я продолжаю думать о своей матери. Они обе не были замужем, и обе жили в одиночестве. Обе были матерями-одиночками, а быть ими в то время было большим скандалом. И они обе верили в моего отца безоговорочно. Энн покинула Филадельфию в 1953-м и жила в Риме в течение года, чтобы сохранить Алекс в тайне. Лу написал много писем ей, когда она была в отъезде. «Дорогая Энни, прошлой ночью ты мне приснилась. Я был в офисе и звонил. Ты вошла и сказала, что больше не можешь ждать. Твои глаза были почему-то черными, сверкали и смотрели на меня, понимающе. Энни, я думаю о тебе все время. Я скучаю по нашим встречам. Я так надеюсь, что ничего не изменится в нашей жизни, но, конечно, изменится». Когда Энн вернулась, она работала вместе с Лу над маленьким проектом для центра еврейской общины, банным домом в Трентоне, Нью-Джерси. Это был первый шанс для Лу полностью реализовать свои идеи относительно древней архитектуры. Энн сейчас 80, и она не приезжала в Трентон 40 лет. Банный дом в Трентоне, Нью-Джерси. Как нам попасть вовнутрь? Это дверь? Похоже, что она. Так раньше не было? Нет, здесь никогда не был так закрыт проход. Здесь замок. Кто-нибудь? Здесь открыто? Hello? Is it open? Открыто? Oh, hooray. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Do you know Энн Тинг? Вы знаете Энн Тинг? Nice. Нет, приятно познакомиться. Энн была архитектором вместе с Лу. Невероятно замечательно. Ничего, если мы здесь походим.
Сейчас покрашено? Ужасно. Я хочу сказать, очень жаль. Дорогая Энни, я должен построить одно из великих сооружений времени. Ты должна мне помочь построить это особенное сооружение. Я сомневаюсь, что смогу сделать это без тебя. Только подумай, как низко пала архитектура. Мы, ты и я укажем им путь. С любовью, Лу. Вы думаете, что это здание было очень важно для Лу? Он почувствовал самого себя. Он открыл мир, когда строил здание Ричардса, но говорил, что открыл самого себя, когда построил этот маленький банный дом из цементных блоков в Трентоне. Я думаю, что именно этой фразой все сказано. Вы много думаете о нем сейчас? Он как будто бы здесь, понимаете? Нет необходимости думать о нем. Он часть вас? Он здесь. Он в вас, в Алекс, он в сооружениях. Я думаю, что идеи, по которым работаешь вместе, всегда объединяют. Лу разошелся с Энн, когда Алекс был около 3 лет, и затем увлекся моей матерью несколько лет спустя, в 1959-м. Несмотря ни на что, Энн всегда чувствовала, что мы все связаны и что мы странным образом семья. Интересно, думал ли так Лу, или каждые новые отношения были совершенно новым шагом? Мечты о лучшем городе. Филадельфия, 1967. Эдмунд Бекон, исполнительный директор комиссии по планированию города Филадельфия. Вопрос, который часто задают мне, почему Лу Кан не работал непосредственно над проектом, который осуществляет правительство, то есть сегодняшней реконструкции Филадельфии. Я продолжаю настаивать, что это наиболее пригодный план и наиболее выразительный. Наиболее выразительный, пригодный. Да, выразительный. Я повторно делал предложение включения Лу в нашу работу над Филадельфией, но работа прекратилась, так как специфика его гения не смогла быть совместима с реальностью проблемы. Я всегда слышал, что Эд Бекон был для Лу главной преградой Филадельфии. Бекону была поручена полная реконструкция центральной части города в 50-х-60-х годах, и он нанял Лу для работы над планами этого города. Но что-то пошло совсем не так. Мы начали работу, и я хотел донести до глупой общественности с возможной ясностью, на которую я был способен, сущность идеи. И Лу начинал говорить, что было бы хорошо сделать арку здесь, или как насчет небольшой башни здесь. И вдруг я понимал, что чистота моего представления сковывалась фантазиями Лу. Итак, Лу не понимал, чего вы хотите? Он не понимал, и он был зол, так как только это было возможно. И он находил милых дамочек, которые посмеивались надо мной и которые жаловались на меня, что не взял Лу Кана в этот проект. Кстати, здесь в центре нет и клочка, на который бы повлиял Лу. Ничего, я знаю. Разве это не трагедия? Я говорю вам, это была ужасная катастрофа. Если бы построили хотя бы одну из вещей, которые предлагал Лу, все было брутально, совершенно лишено чувствительности, абсолютно непрактично. Только идея о строительстве круглых гаражей на улице. Идея о том, что оставить машины за пределами города, а затем пускать людей в город пешком. Это была замечательная идея, как вы так думаете? Нет, это бы не работало. Это просто два сильных человека, два сильных. Черт возьми! Это чистейшее незнание со стороны Лу и тоже чертово незнание, которое стоит в основе Американского института архитектуры сейчас, которое состоит в отсутствии ответственности, когда составляется система более высокого порядка.
и вы только делаете небольшие вещи, которые сопутствуют. Вы, очевидно, просто не поняли, о чем я говорю. Некоторые из идей Лу были утопичны и непрактичны. Но это были 60-е, как многие другие люди. Он задавал себе вопросы о том, как мы живем. Действительно ли мы хотим, чтобы вид на каждый город в Америке выглядел более или не менее похожим на другие? Почему люди не могут оставить машины за пределами города и входить в него пешком? Sometimes I feel like I am leaving life behind. My hands are moving faster, moving of my mind. Thoughts and generations of my dreams are yet unborn. I hope that I will find them before my moving gets too warm. If only I could live to see the dawning of the dawn. Пенсильвания, университет, 1971 год. Мастер-класс. Выражать значит управлять, и когда вы хотите выразить присутствие чего-то, вы должны обратиться к природе. И вот откуда рождается настоящее проектирование. Если вы думаете о природе кирпича, вы должны спросить, чего ты хочешь, кирпич? И кирпич отвечает вам, мне нравится арка. И если вы говорите кирпичу, арка дороже, и я могу положить бетонную перемычку на тебя, что ты думаешь об этом, кирпич? Кирпич ответит, мне нравится арка. И это важно, понимаете? Потому что вы должны чтить материал, который используете. И вы не должны его искажать, не должны говорить, у нас много материалов, и мы можем сделать это так или по-другому. Это не так. Вы можете только чтить кирпич и превозносить кирпич вместо того, чтобы подстраивать его под себя. Я помню, как он говорил с нами. Когда я пришел домой, я сказал своим родителям, «Я встретил этого человека, он много работает». Ричард Сол Вурман, архитектор. Некрасивый, со смешным голосом, и он учитель в школе. Знаю, что вы никогда не слышали о нем, но помяните этот день. Однажды вы о нем услышите, потому что он действительно потрясающий человек. Расскажите мне историю дела Филадельфии. Что помешало Лу быть более успешным там? А он говорил свою правду. И он был неконтролируемым, не поддающимся контролю сил, которые контролировали имидж Филадельфии. Они навязывали Филадельфии свой имидж и хотели что-то с этого получить. Но по сути, почему? Это все очевидные вещи. Кровь была важна в Филадельфии. И я думаю, что у крови Лу, как говорят в Америке, была желтая повязка. Еврейская, да. Я действительно так думаю, что это было важно. Даже если они точно этого не знали, может, подсознательно ощущали, я чувствовал это. Чувствовал. Неудачи и разочарования — вещи, которые делают человека. Может, он был собой, потому что он был низким, некрасивым, евреем, с плохим голосом и не пытавшимся нравиться людям. Возможно, он был создан всем этим, потому что это заставило его обратиться вовнутрь. Нельзя просто говорить, разве не жаль, что он не построил больше зданий, не жаль, что он не был таким или другим. Он был создан из этого. Я думаю, что у него были проблемы, потому что он был мистиком, и что он не был способен говорить на языке делового мира. Понимаете, архитектура так бесстрастна в современном движении. Все такое механическое. Фрэнк Гэри, архитектор. И вот почему появился постмодернизм. Люди больше не могли этого выносить. Все такое холодное и формальное. И Лу был как глоток свежего воздуха в Америке. Мои первые работы как дань уважения ему.
Когда идеи Лу относительно архитектуры наконец-то были поняты, ему оставалось жить 10 лет. Возможно, он знал, время заканчивается. Он никогда не отказывал приглашению на лекции или на возможную работу, неважно, каким уставшим он был и как далеко нужно было ехать. Если его хотели видеть, он был там. К морю. Однажды ночью, когда Лу пришел, он сделал вместе со мной маленькую книжку. Книгу сумасшедших кораблей. Там был корабль, сделанный из вилок, другой из печенья. И был один корабль-сосиска с воткнутыми в него зубочистками, чтобы удержать его на плаву. Тогда я предположить не мог, что он собирается построить сумасшедший корабль. Мы видели этот корабль вчера, и Билл спросил, что это за штуковина. Да, я знаю, он выглядит как что-то из Жюль Верна. Лу сделал ее из стали. Это музыкальная баржа с открывающейся концертной эстрадой, плавающая по маленьким городам по всему миру. Он был заказан человеком по имени Роберт Вудроу, который одновременно является капитаном корабля и дирижером оркестра. Я не сказал ему, что я сын Лу. Здравствуйте, Роберт, рад вас видеть. Здравствуйте, как насчет вас? Дайте руку. Это симфонический корабль крейсеру перед нами. И было бы замечательно, если бы вы подвинулись и пустили нас в док, затем вернулись обратно. Роберт, этот корабль очень футуристичен. О да, люди говорят, это с Марса. Я люблю этот корабль. Он мой, я создал его. Вместе с Лу. Вы любили его? Да. Это точно типичные кановские дверные проемы. Вы не найдете лучше. Посмотрите туда. Посмотрите туда. Весь этот свет, проникающий внутрь. Вы должны идти сейчас, вы вернетесь? Нужно идти, хорошо. Вы знали, почему я пришел навестить вас сегодня? Нет. Я снимаю фильм о Лу, я знал это. Знали. Но я сын Лу. О, Боже. Я видел тебя, когда тебе было 6 лет. Я видел тебя. Видел тебя с матерью. Вы помните? Какой сумасшедший мир. Ты Лу. Хорошего концерта.
Где Натаниэль? Почему вы так расстроены? Потому что когда вы любите человека, и я знал, что у Луи есть сын, и я обещал никогда не говорить об этом. Не знаю. Лу не говорил мне о своей семье, только о дочери. Он не говорил об этом. Мужчины не говорят о таких вещах. Это был его личный вопрос. У нас у всех они есть. Спасибо. Дорогая Харриет, я продолжаю думать о том, как твои теплые слова помогли мне в течение этих трудных дней, полных советов и критики. Что случится, я до сих пор не знаю. Я имею в виду ненависть твоих братьев Эббета и Вилли. Моя единственная надежда в том, что красота новой любви откроет им глаза. Сейчас вокруг меня тяжесть тишины и неполноценность, и я очень расстроен чувством пустоты. Лу. Мы были родственными душами, я бы сказала, и вдохновляли друг друга. Харриет Петтисон, ландшафтный архитектор, мать Натаниэля. Это был равный взаимообмен во многих областях. И я была критиком. Я действительно думаю, что принесла чувство природы в его работы. Где ты работала? В офисе? Я работала в комнате, и иногда она была заперта. Почему? Из-за его жены, которая могла войти иногда. Это, наверное, очень раздражало. Это раздражало, и это было как-то унизительно. Когда сооружения были спроектированы и окончены, например, музей Кимбл, все пришли на открытие, но я не была приглашена. Мне не было позволено прийти. Это потому, что ты была женщиной или потому, что у вас были какие-то отношения? Да, по обеим причинам. Ты когда-нибудь говорила ему, почему бы тебе не уважать меня больше, не допускать меня к этим вещам, сделать частью твоей жизни? Понимаешь, я была такой счастливой и наслаждавшейся работой над таким проектом. Это было просто невероятно. Когда мы работали над проектом, мы были полностью поглощены идеями. Была огромная свобода и любовь к тому, что мы делаем. И это было ценой, которую я заплатила. Это того стоило. Правда о внебрачном ребенке. Desert Island, штат Мэйн.
Мои родители познакомились случайно на вечеринке Филадельфии. Моей матери было 32, а Лу было почти 60. Его семья была недовольна их отношениями. Когда мама забеременела, она решила ненадолго исчезнуть. Она приехала к своим друзьям Чарльзу и Сьюзан Джонс. Они предложили ей усыновить ребенка, если она решится отдать меня. Я была удивлена, когда увидела этого маленького человека, которым она была настолько увлечена. И я не совсем уловила, что же в нем особенного. Должна сказать, что мне очень не понравилась его манера поведения, и мы с ним не сошлись. Я имею в виду, что я не понимала его, а потом выяснилось, что она была беременна. Ее семья была в гневе и не приняла этого. Время шло, и я спросила у Чарли, что она собирается делать? У нее есть какие-то планы, и семья недовольна. Будут сложности. Я думаю, что мы должны сделать что-то. А была одна сестра, Эдвина, которая не осталась в стороне и сказала, «Знаешь, что я могу сделать? Я могу найти человека, который женится на тебе, даст имя ребенку, и через 2 недели ты с ним разведешься». Чарльз и я сказали, «Ни за что! Что угодно, только не это! Это какая-то карикатура на брак! Продолжай жить и рожай ребенка! Все будет хорошо! Если хочешь, оставь ему имя отца или дай свое! Не волнуйся об этом!» И я должна сказать, что еще с самого начала было видно, по крайней мере со стороны Харриет, что это была настоящая любовь. Любовь одного человека и любовь, казалось, на всю жизнь. Так оно и было. И это нельзя осуждать, потому что такая любовь — часть жизни, ее хорошая часть. Мои дяди Эббет и Вилли никогда особо не поддерживали той идеи романтической любви. Они ненавидели моего отца и отказывались даже упоминать его имя. Может быть, если бы он женился на моей матери, их отношения были бы другими. Но даже в роли мужа ее, Лу едва ли соответствовал их представлениям о классическом джентльмене. Однако сестры моей матери согласились говорить о нем со мной. Семья считала, что ей нужно уйти от него. Не думаю, что наша семья вообще имела какое-то отношение к этому. То есть это ваш отец решил, что Харриет должна уйти. Спросите ее как-нибудь, правда? Но она бы не приехала сюда жить с вами. В тот момент я не смогла бы принять ее здесь, и она сама, думаю, не приехала бы. И она ко мне в Нью-Йорк не приехала, потому что я ей предлагала, но она предпочла этого не делать, что было вполне понятно. А ко мне приходил Эббет и говорил, «Думаю, ей стоит сделать аборт». На что я ответила, «Нет, это не наше дело, это решать Харриет». И я не стану это поддерживать. И не стала. Он был в гневе. Мой дядя Эббет? Да. Есть в твоей матери какой-то романтизм, который меня с ума сводит. Да, всех из нас, потому что она совсем не реалист, очень непрактична. Иногда просто бесит меня. Даже ее адвокат позднее был поражен, узнав, что Натаниэль незаконнорожденный. Дорогой Лу, я раньше никогда не писал тебе, ведь так? Я думал о всех тех годах, когда ты обещал летом приехать в Мэн, а потом не появился. В то время я думал, что из-за работы, но, очевидно, были и другие причины.
Действительно ли ты собирался приехать? Или просто говорил так, чтобы моя мать закончила разговор? Потому что мы ждали тебя. И ждали. Ждали и ждали. Ну как вы там? Всем привет! Вы слушаете классик Country Fort Worth в Далласе. И сейчас наша история дня. Вовсю ведется строительство музея искусств Кимбелл в самом сердце культурного округа. Музей искусств Кимбелл, Форт Уорт, штат Техас. По мне, так похоже на несколько поставленных вместе коровников, но говорят, внутри все будет шикарно и полностью освещено нашим техасским солнцем. Ну что же, удачи! А мы вернемся к музыке. Один из наших общих любимцев – Хэнк Вильямс. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry, but you won't. Он всегда появлялся без предупреждения с планами и набросками, показывал, как что-то должно быть сделано. И я говорил: «А вот это что, мистер Кан?» На что он отвечал: «Это то, как вы должны сделать эту деталь». Тогда я разорвал этот рисунок, бросил мусорное ведро и сказал: «Извините, уже слишком поздно, это уже не изменить». Ему могла прийти в голову какая-то идея, и приходилось с ним говорить почти как с женой, потому что, может, вчера это и была хорошая идея, но сегодня было уже поздно. Мы могли часами решать, какой именно крепежный элемент мы будем использовать тут или там. Знаете, можно было задать Лу простой вопрос и получить в ответ целую лекцию. Вы никогда не получите ответ. Вы получите диссертацию о философской сути вопроса. Он был творцом, а у таких людей нет никакой дисциплины, они просто не могут остановиться. Он как зайчик-энерджайзер, бьющий барабан. Что, простите? Ну, знаете, зайчик в рекламе, энерджайзер, все бьет и бьет свой барабан, пока батарейка не сядет. Окончательно утвердить какую-либо деталь – великолепное чувство. Потому что это не просто копия чего-то, что считалось необходимым для данной задачи. Когда деталь работает, ты чувствуешь, что ты архитектор. Произведение искусства – живое существо, но эта жизнь возникает, если произведение вызвало у вас какие-то чувства. Для кого-то это чудо, сотворенное руками человека, а для кого-то – его разумом. Для кого-то это чудо техники, а для кого-то важно то, насколько произведение реально. Для некоторых, насколько оно за пределами понимания. Жизнь как симфония. Она вызывает у вас такое чувство, как будто она вам знакома, если вы хоть раз ее слышали. И вы ищете ее, потому что, хотя вы ее знаете, вам необходимо снова ее услышать. Хотя вы ее знаете, вам необходимо снова ее увидеть. Произведение искусства – это то, что говорит нам, что природа не может создать того, что может создать человек. Thank you.
Не ставьте его на какой-то гигантский пьедестал, где-то там, наверху. Он был в окопах своего дела. Роберт Стерн, архитектор. Про его мастерскую рассказывали историю о том, как, например, у кого-то из его работников жена уже должна была рожать, а он не отпускал его домой, чтобы отвезти ее в больницу, потому что они работали над проектом. Он день от ночи не отличал. Я думаю, что у большинства архитекторов, глубоко увлеченных своей работой, есть эта проблема, но у него это была действительно большая проблема. Я думаю, он был очень огорчен, что его не выбрали для работы над библиотекой Джона Кеннеди. Можно было прийти в офис Пэйна Мэдисона Авеню или где-то там, где он был в Нью-Йорке, и там бы коридоры были украшены цветами. А если вы приходили в офис Клу, то вы могли увидеть только старый сэндвич у кого-то на столе. Не думайте, что он всегда пытался быть принцем. Он всегда старался быть игроком. Он хотел больше заказов, признания. Разве каждый архитектор не хочет этого? Я не могу говорить за всех архитекторов. Может быть, не знаю. Он был нацелен на успех. К моменту смерти долг Лу составлял полмиллиона долларов. Вот он общается с перспективными клиентами так, как будто бы у него куча времени. А ведь в это время он наверняка знает, что он почти банкрот. Мастерская теряла деньги на каждом проекте, кроме института Солка, а список заказов, пришедших через мастерскую, но не построенных, становился все длиннее и длиннее. Доминиканский женский монастырь, консульство США в Луанде, Ангола. Проект «Город-башня», художественный центр Пакана, рассчитанный на 9 тысяч человек. Дом Флейшера, дом Морриса для веселой жизни. Проект развития Балтиморской гавани. Офисная башня Канзас-Сити. Мемориал Рузвельта в Нью-Йорке. Палаццо де Конгрессе, дворец собраний Венеции. План развития Абис-Аба в Тегеране, Иран. И два особенно обидных – синагоги Микфа Израиль в Филадельфии и синагога Хорва в Иерусалиме. Постройка, которая бы стояла в одном ряду с великими памятниками священного города. Это было заказом всей жизни. Есть самолет в час ночи, так что у меня есть еще время. Пойду закончу работу. Кочевник. Когда я приехал в Иерусалим, я был окружен паломниками. Все приходят сюда в поисках чего-то, так что я вполне вписывался в эту картину. И синагоги, заказ на которую получил Лу, открывался бы вид на мечеть, известную как купол скалы, и на стену плача. Мой отец никогда не говорил со мной об иудейской вере. Я не знаю, как он к ней относился, но когда он стоял здесь, глядя на остатки храма его предков, он должен был чувствовать связь. Было невозможно ее не чувствовать, даже для полукровки, такого как я. Вы помните, когда впервые встретились с Лу? Сигару хотите? С удовольствием. Тедди Колик, легендарный бывший мэр Иерусалима. Он и Лу вместе работали над проектом синагоги в течение 7 лет. Во-первых, мне 90 лет, и моя память в основном меня покинула. Я помню отдельные эпизоды, так что, боюсь, вы ко мне немного опоздали. Что сделало невозможным строительством синагоги? Рути. Дело в том, что, к сожалению, он так рано умер.
Нет, не было никого, кто бы осмелился взять планы вашего отца и завершить их. Да, это правда, его смерть остановила проект наполовине. Хотя в тот момент у нас не было средств для осуществления проекта. Но я уверена, что нужные деньги нашлись бы, но, к сожалению, он умер, не завершив проект. Сейчас уже миллион раз труднее это осуществить, потому что главная идея Хорва была служение целому городу, быть культурным и духовным центром. И сделать это сегодня в еврейском квартале будет очень и очень сложно. Почему? Ну, потому что иудеи ссорятся. Люди также думали, что сооружение было слишком большим, и в политическом плане оно пыталось соревноваться с мечетью. Это не так? Некоторые думали, что оно создаст политические проблемы с представителями ислама. Мы решили, что оно не должно быть выше мечети. Но он переделал проект. Было две или три концепции? Да, но тогда у нас не было свободы в принятии решений без вмешательства общественности. Я все еще надеюсь, что однажды мы сможем это осуществить. Старая синагога, Хорва. Так кто ее взорвал? Иорданцы? Да, в 49-м. В 49-м ее с тех пор не восстанавливали, так и оставили? Да, они об этом думали, но решили оставить как есть. А как вы думаете? Надо так и оставить. Как сейчас? Не восстанавливать? Почему? Потому что это часть нашего прошлого, нашей истории. Мы должны помнить об этом. Много солдат погибло в этой войне. Так что лучше оставить? Да. Спасибо, спасибо. Пока, пока. Лу был того же мнения, что и солдат. Руины должны стать памятником, а новую синагогу он хотел построить на прилегающей площади. Синагога Хорва по проекту Кана, компьютерная модель. С тех пор многое изменилось. Спроектировал бы он то же самое сейчас? Сказали бы о нем, что Лу идеалист и мечтатель, желавший объединить иудеи всего мира одной постройкой? Как вы думаете, у Лу было сильное чувство причастности к иудаизму? И что это значило для него? Мойше Савди, архитектор. Я думаю, это преувеличение. Лу был очень духовным человеком, но я не думаю, что корни этого были обязательны в иудаизме. Они в той же степени в христианстве и буддизме, и в любых других верах, о которых он много знал. Так что он тоже, естественно, так же себя чувствовал, делая мечеть в Дака, как и работая над Хорва. Я думаю, что когда он сюда приехал, что-то произошло. Микфа Израиль не была построена, о чем он наверняка сожалел. Он должен был понимать, что, будучи еврейским архитектором, он не построил ни одной великой иудейской постройки. Знаете, в Филадельфии была синагога Фрэнка Ллойда Райта. И я думаю, что когда Лу приехал сюда, он чувствовал, что иудеи доверили ему эту работу. И он очень хотел, чтобы она была реализована. Но знаете, он был настоящим кочевником. Например, я был постоянно в мастерской, а он мог быть в отъезде, потом напряженно работать в офисе 2-3 дня, а потом вдруг собраться и уехать снова. В нем был дух какой-то кочевника. Понимаете, даже его трагическая смерть на железнодорожной станции настолько отражает образ его жизни. Даже я сам часто думаю, что умру в самолете или в аэропорте, или умру во время пробежки без всяких документов. Все эти мысли у меня возникали, когда я думал о том, как он умер. Кочевая жизнь была в его сердце.
Теперь я вспоминаю, что у Лу в офисе был маленький коврик, он спал на нем прямо на полу, когда был слишком уставшим, чтобы работать. Может быть, он нигде и никогда не чувствовал себя дома и был с самого начала скитальцем. Его семья переезжала 17 раз за их первых 2 года в Америке. И оказывается, его настоящая фамилия была не Кан, его фамилия была Шмалавский. Его отец сменил ее в 1915-м. Единственным постоянным явлением в жизни Лу была его жена Эстер. Они были вместе с тех пор, как ему было 28, и до его смерти. Я не знаю, считал ли он ее дом своим, но без сомнения, это была его база. Я говорила Лу: «Знаешь, Лу, если бы ты часть своей энергии тратил на то, чтобы зарабатывать деньги, ты бы был биллионером». Деньги были для него чем-то посторонним. Он всегда говорил, и, к сожалению, моя дочь тоже, художник, говорит: «Но, мама, это же не ради денег». И он ничем не владел, он не верил в обладание чем-либо. У него были только книги и галстуки. Я видел Эстер только однажды, на похоронах Лу. Она смотрела сквозь меня. К сожалению, она умерла до того, как я успел с ней поговорить. Так что у меня есть только это интервью, которое она дала историку архитектуры. Во времена депрессии, когда к нам приходили друзья, а мы не могли себе позволить сходить куда-то, мы ставили на пианино ноты, и друзья говорили: «Лу, сыграй как Бах, или как Моцарт, или как Бетховен, или в стиле джаз». И он играл, а мы пели по нотам. Незадолго до смерти он сказал мне: «Знаешь, Эстер, я не думаю, что я мог бы стать великим пианистом, но я мог бы стать великим композитором». Семейные дела. Дом Фишера, Натборо, штат Пенсильвания. Недалеко от Филадельфии есть дом, который построил Лу. Я позвонил своим сводным сестрам и договорился встретиться там. Все эти годы мы ни разу не говорили о наших трех семьях. Я его как-то спросила: «А почему ты не сделал дом для нас, папа?» И он мне рассказал, что хотел бы иметь дом, внутри которого было бы много-много отверстий. И через такие окна можно было бы увидеть, например, женщину, готовящую обед. И это было романтическое представление о том, что такое дом. И он никогда не мог построить этот дом для себя. Я думаю, его представление было настолько отлично от того, что в действительности представляла его личная жизнь, что он просто не смог бы соединить эти вещи. Когда я была подростком, у меня был альбом, куда я складывала все открытки, все мелочи, напоминавшие о нем. А это две его любимые бабочки, очень аккуратно сложенные. Их, к счастью, сохранила моя мать. О чем вы говорили после смерти Лу? Это же тогда вы впервые меня увидели. Да, тогда я впервые тебя увидела. Я вошла с матерью и увидела Харриет, и я увидела высокого, со светлыми волосами, аккуратно одетого юнца, лет 10-11. И я так понимаю, это был ты. Я не помню, ты там была с мамой, но мы, кажется, не говорили. Дело в том, что еще до похорон моей маме позвонили друзья твоей мамы и сказали, что она не появлялась, потому что так сказала твоя мать. Она не хотела видеть мою мать на похоронах. Надо же. Да, они говорили, что передают желание твоей матери.
Но вы же все равно пришли. Моя мать была в гневе и повесила трубку. А я ей сказала: «Мам, не стоит злиться, мы все равно пойдем». Я помню, гроб был перед нами, и меня окружали руки, которые как будто меня к нему подталкивали. Я помню, что ты стоял сбоку, потому что я тебя искала, и я хотела подойти к Харриет и что-то сказать. Потом, что я тебя никогда не встречала, но я знала, кто бы вы ни были, вы тоже наверняка страдали. И я поздоровалась с ней, а она просто прошла мимо, не замечая меня. И мне было очень жаль, потому что мои намерения были самыми добрыми. Я хотела объяснить, что я не моя мать. Ты совсем не такая. Я не имею к этому отношения, но с другой стороны, я с ней совсем не общалась еще с момента твоего рождения, и меня это огорчало, но... Я всегда задумывался о том, семья ли мы. А каковы твои представления о том, что такое семья? Я не знаю. Мы семья благодаря нашему собственному выбору. Мы заботимся друг о друге, потому что мы так решили, а не потому что мы оказались связанными одним отцом, детьми которого мы являемся. О чем же ты думал, Лу? Я уже посетил большинство твоих построек. Индия и Бангладеш будут последними. Библиотека Академии Филлипс в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир. Мне понравилась твоя библиотека, Эксетер. Она очень похожа на заводские постройки, которые ты еще мальчиком встречал в Филадельфии. Но никто не ожидал того, что ты сделал внутри. Я всегда верил, что в конце ты выбрал мою мать и меня. Это был миф, с которым я жил. Но на самом деле ты никого из нас не выбирал. Разве не так? Залив Пенобскот, штат Мэн. Ты думала, Лу женится на тебе? Да, я не ожидала, что забеременею, и я была очень удивлена. Когда я рассказала Лу, его реакция была такая: «Неужели опять?» То есть, конечно, когда я ему рассказала, я думала, что он что-то предпримет, чтобы помочь мне. Неужели опять? В каком смысле? Ну что, это с ним уже случалось, с Алекс. То есть Энн? Да, с Энн. Ну а ты разве не знала, чем это могло закончиться? Да перестань, Натаниэль. Ну просто ты же понимаешь. Ты всегда закрыта, это тяжело. Ты должна признать, мам, что то, что он сделал с нами, с тобой, было не очень-то хорошо. Ты не думаешь? Да. Если честно, неужели ты никогда на него не злилась? Нет. Правда? Тебя это не злило? Ну, иногда я злилась, но я просто чувствовала, что... Не знаю. Для тебя, наверное, было трагедией то, как он умер на станции, по пути домой. Ты же думала, что он возвращается, чтобы уйти жить с нами. Да, я в это верила. И ты думала, что он вычеркнул адрес в своем паспорте по пути домой, чтобы что-то этим сказать? Да. Чтобы показать? Да. Зачем было еще это делать? Ты можешь мне объяснить? Такой миф хорошо иметь. Я не думаю, что это миф. Совсем нет.
Я очень в этом убеждена, потому что я знаю, что говорил мне Лу, когда мы прощались. И что он говорил? Он сказал, что сделает это. Я говорила, что больше этого терпеть не могу, что он должен сделать что-то и жить с нами. И он сказал, что сделает это. А что ты думаешь, что это миф, Натаниэль? Какое у тебя объяснение? Тяжело так долго быть одинокой, мам? Да. Я всегда думал, почему ты не нашла кого-нибудь другого, с кем бы разделила твою жизнь. Ну, я, наверное, романтический фаталист. Даже если кто-то появлялся, я все-таки одиночка. Натаниэль, иди в дом. А в чем дело? Молния. Я знаю, сейчас иду. Ты сейчас по нему скучаешь? Mm-hmm. Иногда, но не очень часто. Ты о нем не думаешь так часто, как раньше? Нет. Это шокирует тебя? Перед отъездом в Индию и Бангладеш я наконец вернулся в старый офис Лу. Оказалось, что это теперь мастерская одного из бывших сотрудников. Это было потрясающее время, было очень интересно здесь находиться. Я не уволился из-за злости или раздражения, я уволился потому, что не мог больше этого выносить. Не мог больше работать столько времени. Данкан Бьюэлл, архитектор. Я думаю, он всегда был очень достойным человеком, за исключением того, как он вел себя с женщинами в своей жизни. Тут он не был таким благородным. Вы тогда об этом думали, о том, как это воспринимали женщины? Да, потому что я и сам был женат, и у меня была жена, двое детей, я знал, что это такое. Так в итоге я и уволился. Я как-то пришел домой, моя жена плакала и сказала мне, «Мы тебя совсем не видим». Тогда я сказал себе, что больше так не могу. А он мог просто подстраивать под себя жизни других и не волноваться об этом. Это сложно понять. Не знаю, как он так мог. Не знаю, где он брал душевные силы для этого. Его нельзя было сломать. Он был таким жестким парнем, твердым, как камень. Во внутреннем духовном смысле. А что вы имеете в виду? Ну как еще можно было вести 3-4 жизни вот так?
Лу был очень скрытным, держал свои дела при себе. Он мог позвонить и сказать: «Ты знаешь, где я?» Но больше никому не говори, потому что люди бы звонили и спрашивали о нем. Кэти Кондо, секретарь Лу. А кто звонил? Эстер звонила по субботам и воскресеньям. Энн Тинг звонила и очень злилась. Знаете, она живет в 2 кварталах от меня. Да, и Харриет тоже. Да, Харриет тоже звонила. А он был как пропавший без вести. Я должна была говорить просто, что он не в офисе. Он мне говорил, чтобы я всем говорила, что не знаю, где он. Он мне говорил, что делать, и я это делала. Вы помните день, когда Лу уезжал в Индию? Да, вы были здесь с вашей матерью, чтобы его проводить. Откуда вы знали? Я тоже была с вами в офисе, потому что мы не могли его отсюда выставить. Я специально пришла, потому что знала, что он пропустит самолет. И он, как всегда, переодевался в комнате с ксероксом, выходил оттуда весь помятый и везде терял иностранные деньги. И вам с матерью пришлось буквально заталкивать его в такси. Только после этого я могла спокойно идти домой. Мои воспоминания об этом дне несколько иные. Он работал над моделью Капитолия Бангладеш. Мы оставили его в офисе 10:00. Он помахал мне с верхнего этажа. Последнее, что я видел, была его рука. Конец путешествия. Дорогой мой мальчик, архитектура кажется нам пекарней, в которой делают пряники. Для людей Востока это выражение восхищения. Я все время думаю о тебе. С любовью, папа. По скриптум. Твой отец не чувствует себя героем-завоевателем. Когда-нибудь, я надеюсь, научить тебя быть лучшим человеком, чем я был. Ахмедабад, Индия. Мой первый день в Индии, моим спутниками были обезумевшие обезьяны и водитель мототакси. Не могу себе представить, как мой отец столько раз проделывал этот путь. 73-летний старик, путешествовавший в одиночку. Большую часть времени здесь он проводил с архитектором по имени Доши. Именно он пригласил Лу приехать в Ахмедабад и построить Индийский институт менеджмента. В день перед смертью Лу обошел это здание и последний раз поужинал с Доши и его семьей. Было 16 марта 1974 года. Индийский институт менеджмента, Ахмедабад, Индия. Для нас приезд Лу всегда был очень волнующим моментом. Нас переполняло чувство нетерпения, ожидание узнать что-то новое и благодарность. В мире очень немного людей, которые бы говорили о материи в духовном смысле. Все это было для него неважно. Для него важна была тишина, тайна света. Доши, архитектор. Это не обычное рассуждение, не простые разговоры. Но это было то, что нам было интересно. И об этом он говорил. И тот, кто понимает эти вещи, не может быть обычным человеком. Он должен быть человеком совершенной души, кого мы называем гуру или йоги. Поэтому я думаю, что для нас он был как будто бы отсюда. Мне кажется, он очень глубоко на ином уровне понимал духовную суть вещей. В Индии мы говорим, что никто не умирает, мы просто переходим в другой мир. Это перемещение. Тело умирает, но душа не умирает. Сознание не умирает. Лу достиг того уровня суперсознания, когда для него все было живым, и все находилось в постоянном изменении. Я знаю, вы бы хотели, чтобы он вернулся.
Пока это не произойдет. Но сейчас он где-то там, смотрит, благословляет и желает. Так что я чувствую, что вам нужно. Если вы обратитесь к тишине, вы его услышите. Вы обязательно услышите его голос. Я очень в этом уверен. Река Буриганга, Бангладеш. Доши был прав. На какое-то мгновение я почувствовал, как в детстве, что, может, он исчез, и я снова его увижу, и что он может быть где угодно, может и здесь. Я хочу сделать последнее замечание по поводу работы, проделанной архитекторами прошлого. То, что было, было всегда. То, что есть, было всегда. И то, что будет, было всегда. Такова природа начала. Капитолий, Бангладеш, Дакка, Бангладеш. Мы делаем документальный фильм об этом здании, об архитектуре. А мы рабочие. По утрам приходим сюда размяться, насладиться красотой и атмосферой. Это самое красивое место Бангладеш. Мы гордимся им. Гордитесь им? Конечно. Оно создавалось всем народом. Вы знаете что-нибудь об архитекторе? Архитектор, я что-то слышал. Его зовут Лукан. Он очень известный архитектор. Дело в том, что я здесь, потому что я сын архитектора. Это был мой отец. О, тот самый Лу Фаркан. Нет, не Луи Фаркан, Луи Кан. Луи Кан, конечно. Как ваш отец, он жив? Нет, он умер 25 лет назад. Мы очень рады вас здесь приветствовать. На строительство здания парламента и правительственного комплекса ушло 23 года, столько же, сколько на Тадж-Махал. Он был построен вручную. Тысячи рабочих несли корзины с бетоном на головах по бамбуковым лесам. Во время войны за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971-м вражеские пилоты не бомбили это здание, думая, что это древние руины.
Комплекс был закончен в 1983, через 9 лет после того, как Лу умер на Пенсильванской станции. Отец так и не увидел его завершенным. Нет, так и не увидел. Фотографируете? Да, мы тут уже 5 дней. 5 дней? Много, наверное, снимков. Но думаете, вам действительно удастся запечатлеть качество этого здания? Пространство, свет, объемы, значение пространств, их двусмысленность? Шамсул Вейрис, архитектор. Не знаю, вы мудро рассуждаете, а если говорить об этом фильме, то на это у меня есть самое большее 10 минут. О боже! Не говорите мне об этом. 10 минут на эту постройку? Примерно так. Я думаю, я бы сказал, что это все бесполезно. Это затея, потому что к этому зданию нельзя так относиться. Это здание было практически нереально для такого государства, как наше. Ведь 30-50 лет назад тут ничего не было, только небольшие поля. И когда мы пригласили его сюда, он почувствовал ответственность. Он хотел стать здесь своего рода Моисеем. Он дал нам демократию. Он человек далекий от политики, но таким образом он дал нам фундамент для демократии, место, откуда мы могли расти. И на фоне этого все незначительно. Его не интересовало, сколько денег есть у этой страны, и сможет ли он когда-либо закончить это строительство, но каким-то образом он смог сделать это. Это самый крупный проект, и построен он здесь, в беднейшем государстве мира. Это стоило ему жизни. Да, он заплатил. Заплатил за это своей жизнью, поэтому он великий, и поэтому мы будем его помнить. Но в то же время он был простым человеком. И его неспособность поддерживать семейную жизнь – неизбежная черта для великих людей. И я думаю, что его сын поймет, что у него не будет чувства злобы, чувства того, что им пренебрегли. Он заботился своим особым образом, но нужно много времени, чтобы это понять. В социальных аспектах своей жизни он был совсем как ребенок, а не как взрослый. Он не мог сказать «нет», и поэтому у нас сегодня есть это здание. Можно и так его понять, но я думаю, что он дал нам эту постройку. И мы все время чувствуем его присутствие. Потому что он подарил нам свою любовь. Возможно, он не дал достаточно своей любви вам, но нам он дарил любовь. И он научил любить людей. И это важно. И вы должны понимать, он любил всех. А когда любишь всех, иногда не видишь самых близких к тебе. И это неизбежно для человека его уклада. Allah Akbar, Allah ilaha illallah.
Во время этого путешествия мой отец стал для меня настоящим человеком, а не мифом. Теперь, когда я знаю его лучше, мне не хватает его так, как никогда, и мне очень хочется, чтобы все было иначе. Но он выбрал ту жизнь, которую хотел. Расставаться тяжело, но после всех этих лет я думаю, что наконец нашел время и место, чтобы сказать «прощай».